Если пулемет, то мигает. Если артиллерия, то даст вспышку только. А солдаты пользуются холостыми патронами. Только звук и все. Учения «Весенний шторм» больше напоминают штиль. Выстрелы слышны нечасто. Хоть сценарий и предполагает столкновение с противником, все же «Весенний шторм» — это больше маневры, разведка, движение техники, тренировка взаимодействия между натовскими союзниками из разных стран. Вот, например, эстонские резервисты и срочники отрабатывают эвакуацию раненых вместе с профессиональными американскими военными на их боевых вертолетах. По сценарию две бригады выступают друг против друга. Моя задача — следить за тем, насколько хорошо они понимают свои задачи на поле боя и как их действия влияют на других. Сотрудничать с солдатами из других стран очень интересно. Сначала мы учимся общаться и понимать друг друга. Это прекрасно. Учиться новому. Солдаты Королевского гусарского полка, входящего в британский бронетанковый корпус, в целях безопасности отказываются называть свои имена. На вопрос о смысле столь масштабных учений возле российской границы командир роты британцев говорит не о России, а о стратегии сдерживания потенциального врага. Мы здесь для того, чтобы тренироваться вместе с союзниками по НАТО, реализовывать стратегию сдерживания и демонстрировать местным жителям, что они в безопасности. Мы отлично сработались с солдатами из стран Балтии. То тут, то там звучит литовская, эстонская, латышская, английская речь. Здесь, на северо-востоке Эстонии, у внешней границы Евросоюза и рядом с приграничным российским Ивангородом тренируются более 9 тысяч военных из стран Балтии, США, других союзников по НАТО и даже партнеры из Украины и Грузии. Танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и даже эстонские боевые роботы. В небе британские и американские вертолеты, где-то совсем высоко, боевые истребители из Германии, Великобритании и Польши. Так Восточная, Западная Европа и Америка вместе проводят большие учения в маленькой стране, которую, как говорили солдаты из разных стран, если, не дай бог, что-нибудь случится, они в обиду не дадут. Kus elasid mu vanemad, seal metsa serval väikses majas on pesa teinud punase. Ätsik, 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 ai velle, me metsa vennad oleme. Ätsik, 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 ai velle, me metsa vennad eestlase. Ning meil ei ole senti raha, me peame metsas elama ja me ei saa, ei või, ei taha, ei taha tiiblad teenida. Aitsik, aitsak, aitsak, ai välle, me metsa vennad oleme. Aitsik, aitsak, aitsak, ai välle, me metsa vennad eestlase. Ja sinu sõstra mustad silmad ei alliial unune, sest sinu sõstra mustad silmad on võitnud minu südame. Aitsik, aitsak, aitsak, ai välle, me metsa vennad oleme. Aitsik, aitsak, aitsak, ai välle, me metsa vennad eestlased. Ja oma lippu sinimusta valget me ikka hauses hoiame ja koidikul siis selgitame, kes meist on õige eestlane. Aitsik, aitsak, aitsak, ai välle, me metsa vennad oleme. Aitsik, aitsak, aitsak, ai välle, me metsa vennad eestlase. О, ну, бля, посильнее надо. Посильнее. Ну, понятно. Ну, что так слабо, на? Давай, давай. 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 Давай, дав